Видео создано при поддержке группы «Игра престолов». Валар Моргулис, друзья! В группе «Игра престолов» во ВКонтакте человек провел опрос на тему, кем бы хотели быть зрители в «Игре престолов», при условии, что их судьбы не обязательно должны повторять судьбы героев «Игры престолов». Если честно, я думал, что результат будет другим. Но в защиту голосовавших могу предположить, что они голосовали, не дочитав до конца условия опроса. Было представлено для выбора 10 вариантов. Дейенерис Таргариен, Брон, Тирион Ланнистер, Джон Сноу, Санса Старк, Серсея Ланнистер, Варис, Джейме Ланнистер, Арья Старк и Мизинец. В комментариях к опросу можно было оставить свой вариант. Там можно было видеть такие имена. Роб Старк, Гара, Ходор, Тайвин Ланнистер, Эурон Грейджой, Маргарет Тиррелл, Станис Баратион, Рейгар Таргариен, Игрид, Роберт Баратион, Джоффри, Оберин Мартелл и Безликий Ильякин Хагар. В голосовании взяли участие почти 16 тысяч человек. А теперь переходим к номинации «Топ-10 персонажей, которыми хотели бы быть в «Игре престолов». На 10 месте расположился герой, кем бы хотели родиться 362 человека. Они хотели бы родиться мальчиком-рабом в вольном городе Лисе. И имя этому мальчику – Варис. 9 место занимает Серсея Ланнистер. 598 человек хотели бы родиться девочкой в семье одного из самых могущественных и богатых лордов Семи Королевств. На 8 месте Санса Старк. Одной из дочерей лорда Старка хотели бы родиться 700 человек. Почти 7% проголосовавших хотели бы родиться мальчиком в простой семье, возможно даже очень бедной, которому с детства всего придется добиваться самому. 7 место – Брон. 6 место занимает Джейме Ланнистер. Чуть больше 8% проголосовавших хотели бы родиться наследником западных земель. 10% проголосовавших предпочли бы родиться уродливым карликом, при этом при рождении которого умерла его мать. 5 место – Тирион Ланнистер. На 4 месте – Арья Старк. Младшей дочерью Неда Старка хотели бы родиться чуть больше 10% участников опроса. 3-е почетное место нашего топа занимает Петир Бейлиш. Около 15% проголосовавших хотели бы родиться в семье одного из самых маленьких лордов долины. С очень маленьким отставанием, около 100 голосов, второе место занимает Дейенерис Таргариен. Чуть меньше 20% проголосовавших хотели бы родиться дочерью свергнутого и убитого короля, при этом при рождении потеряв и мать, и быть изгнанной из своей же родной страны, не имея ничего. И первое место, как вы уже догадались, занимает Джон Сноу. 3167 человек хотели бы родиться как незаконнорожденный сын лорда Неда Старка и не знать, кто его настоящая мать. Напишите в комментариях под видео, кем бы вы хотели родиться в мире «Игры престолов». Обращаю ваше внимание на то, что вы не обязательно должны повторить судьбу выбранного героя. Все зависит от вас самих. На этом человек заканчивает видео. Если оно вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на канал. А также рекомендую перейти на мой второй канал. Там вы сможете посмотреть видео о том, почему происходят те или иные события, топы, интересные факты и много чего интересного. Ссылки на экране и в описании. Спасибо за просмотр. Всем пока.